Привет! С вами снова Майк, и это все о бетоне. Предлагаю вам еще одно видео, где мы заливаем водяной теплый пол. У нас тут почти что самодельный бетон, но мы делали его с очень хорошими знаниями, у нас очень большой опыт в этом плане. Тут у нас 30 на 28 футов фундамент. Это стандартный дом, ну, скорее даже меньше стандартного, это примерно квадратных 100 метров. Это у нас идет сейчас пол по грунту. У нас тут около 6-дюймовая просадка будет, редуктор волны. Мы достаточно правильно сделали этот цемент. У нас тут хорошее водоцементное соотношение. Как видите, у нас идет специальная подача. Мы добавляли тут специальную химию, специальные пластификаторы, чтобы у бетона была нормальная, хорошая для нас податливость. Нам очень удобно работать с бетоном, который имеет пластификаторы. Напомню, меня зовут Майк Дэй. Я занимаюсь бетоном уже около 30 лет. Я рассказываю о всякой всевозможной бетонной отделке полов. Мы устанавливаем много полов. Сейчас очень популярна установка бетонного основания на водяной теплый пол, так как они очень экономичны. Подписывайтесь на наш канал, вы узнаете очень много полезного об этом процессе. Если у вас есть уже опыт в этом деле, вы все равно сможете много почерпнуть для себя нового. Если же вы не знаете об этом ничего, то вы сможете научиться всему благодаря видео, которое есть на моем канале. Итак, сейчас ребята приступают к выравниванию поверхности. Мы всегда смачиваем стяжку, сверху это называется мокрый экран. Ну, вы не думайте, что это мы ускорили видео, это просто очень ребята очень быстрые. У нас тут есть, кстати, один новичок, вот. Посмотрим, насколько он хорошо работает. Мы тут, к сожалению, не можем использовать виброрейку в силу нескольких причин, поэтому будем использовать достаточно простые стандартные методы по выравниванию. Кстати, я вначале сказал, что занимаюсь около 30 лет, на самом деле я занимаюсь 39 лет бетонными полами. И у меня есть сотрудник, с которым я уже работаю 20 лет. Мы переделали просто, наверное, километры квадратные бетонного пола. У нас есть все необходимые инструменты для создание бетонных полов. Мы стараемся все делать очень аккуратно, очень ровно. Да и вообще, сами понимаете, у нас такой опыт, что уже по-другому и нельзя. Вообще, для заливки этого пола мы использовали два грузовика, две бетономешалки. То есть, грубо говоря, чтобы вы себе понимали, если у вас дом 100 квадратов, вам примерно надо будет две бетономешальные машины.
Мы с собой таскаем постоянно очень много разного инструмента. У нас в машине уже там целые отделения с разным инструментом. Вот раньше был постоянно бардак, но сейчас немного уже навели порядок, потому что постоянно что-то надо, всплывают какие-то моменты, надо что-то найти. Сейчас у нас там уже мини-гараж в грузовике. Я вам скажу так, что в бетонных теплых полах самое важное — это опыт. Я уже занимаюсь почти 40 лет, можно сказать, бетоном, и я уже все как бы понимаю с закрытыми глазами. Консистенцию, вот все просто, понимаете, иногда часто просто даже сам не понимаешь, что ты делаешь, просто делаешь это по ощущениям, и как обычно все сделано правильно, все идеально, потому что, сами понимаете, за такой период времени рука набивается достаточно серьезно. Вот мы тут, кстати, добиваемся определенного рода еще консистенции бетона, при которой он уже не разбрыскивается так. Потому что достаточно важно найти ту консистенцию, когда он и податливый в работе, то есть достаточно мягкий для работы, но и не сильно там уже, знаете, такой густой, когда его тяжело выравнивать. Но и не жидкий, когда он сильно расплывается. Вообще мы привыкли работать молча. Вот ребята вот постоянно работают, даже не разгибаются, вот даже не разговаривают друг с другом. Мы уже привыкли так работать, вот просто вот все время, которое у нас есть, это просто занято работой. Вероятно, здесь будет этаж где-то в 12 ярдов. Для того, чтобы бетон хорошо закрепился, мы обязательно его пару раз заливаем водой. Все вот эти вот 900 квадратов футов в определенном количестве обязательно постоянно проливается, должен держать определенный уровень влаги. У нас тут будет еще делаться одна заливка, у нас приедет еще третий грузовик, который будет делать еще дополнительную стяжечку. Если вы хотите также заниматься бетоном, я вас научу всему, подписывайтесь только на наш канал, просматривайте все видео, вы очень много узнаете об этой тематике, там сконцентрирован мой почти 40-летний опыт занятия этим делом. Спасибо всем, кто был с нами. Вот мы получили такой прекрасный обогрев, то есть внутри под этой стяжкой находятся хорошие качественные трубы водяного теплого пола, разложенные контура. В дальнейшем уже сантехники подключат все это дело. Стяжка у нас тут надежная, не потрескается. И хозяева будут экономить примерно 30-40% на отоплении благодаря использованию именно такой системы. Всем хорошего дня, удачи!